дорогие ребята! Здравствуйте, девочки и мальчики! Мы рады новой встрече с вами! Дуняша, у меня появилась отличная идея! Какая же, Женя? Что же ты придумал? А вот что, у меня есть кот, он очень умный, даже мышей ловит! Надо же! Да, вот такой кот, и я хочу, чтобы он стал настоящим артистом! И выступал в цирке? Правильно, Милана, в цирке! Я думаю, его наверняка ждет успех! Женечка, ну ты же понимаешь, что твой кот должен не только мышей ловить. Конечно, я его начну дрессировать и научу таким трюкам. Ну что ж, Женечка, мы с ребятами желаем тебе удачи в таком непростом деле. А знаете, у меня есть одна очень интересная история, как раз о том, как дрессировали кота. Хотите послушать? Хотим, конечно, хотим. Ух ты, как хором запели. Значит, действительно хотите. Итак, слушайте историю Ирины Пивоваровой, которая называется «Как Манечка и Катя дрессировали Мышкина». Однажды Катя и Манечка решили стать клоунами в цирке. Они посадили на диван Бобика, куклу Зюзю, корову из папье-маше, пластмассового крокодила Гену, немолодого желтого медведя и двух престарелых зайцев без глаз, без хвостов и без имени, и стали веселить публику. Они нарисовали себе красной краской рот до ушей и стали хохотать, падать на пол, кривляться, пихаться и кувыркаться. Публика страшно смеялась и аплодировала. Корова от смеха даже повалилась на пол, и в нее отскочило колесико. Все остальные тоже радовались, особенно Зюзя и Бобик. Катя с Маней еще немножко покувыркались, покривлялись, но скоро им это надоело, и они решили показать уважаемой публике дрессированного кота Мышкина. Вот сейчас, наверное, будет настоящее цирковое выступление. А вот посмотрим, что из этого вышло. Они взяли круглые пяльцы и стали заставлять Мышкина в них прыгать. Но Мышкин отказался и спрятался. Тогда они поняли, что Мышкин выступать в цирке не готов. Сначала его надо дрессировать. И сестры стали дрессировать Мышкина. Они положили на середину комнаты половинку сосиски и закричали: «Мышкин, не с места!» А Мышкин кинулся и съел сосиску. Тогда они положили другую половинку сосиски, а сами схватили Мышкина, представьте, схватили кота и кричат: «Мышкин, не с места!» Мышкин стал вырываться из рук, глядя на сосиску, но Катя с Манечкой его не пустили. Но все-таки Мышкину удалось вырваться, и он с большим удовольствием скушал еще один кусочек сосиски. Дуняша, и много сосисок съел Мышкин? Уж поверьте, немало, наелся. Но девочки на этом не остановились. Они вдруг решили, что Мышкин их не слушает, потому что у него плохо со слухом. Девочки положили на пол кусочек мороженой трески рыбки и закричали так, что стекла в раме затряслись: «Мышкин, не с места!» Да еще для верности затопали ногами. Мышкина от страха чуть удар не хватил. Он подскочил на месте, перевернулся волчком, бросился под диван и с трудом втиснулся в узкое пространство между диваном и полом. Довольные Катя с Маней решили повторить опыт. «Ну вот», — сказали они, — «это совсем другое дело. А теперь иди сюда, Мышкин, иди сюда, миленький, съешь эту треску, мы разрешаем». «Спасибо», — думает Мышкин под диваном, — «попробуй отсюда вылези, застрял я. Нет уж, никакой мне вашей трески не надо, мне тут спокойней, вот до чего вы меня довели». Катя с Манечкой долго вытаскивали Мышкина из-под дивана, а он упирался и дико мяукал. Бедный Мышкин, вот это дрессировка! Точно! Зазвонил звонок. Прибежала соседка Анна Ивановна. «Что здесь происходит? Что за крики? Что за топанье немыслимое? У меня хрустальная ваза с полки свалилась!» Тут Катя и Манечка сами испугались не на шутку. А Мышкин, слыша, как над его хозяйками возникла угроза, захотел вылезти из-под дивана, но не смог и взвыл еще сильнее. «Так вы еще и животных мучаете?» Встала на колени и заглянула под диван соседка. «Бедный котик, зачем эти дети тебя туда затолкнули? Ну и дети пошли!» Она сунула руку под тартух
хотела Мышкина вытащить, а Мышкин взял и отцарапал ее, да еще и укусил. «Ай!» – закричала соседка. «Глупый кот! Не понимает, кто ему добро делает! Несознательное существо! Весь в своих хозяек!» Тут Мышкин взял и вылез. Не стерпел, чтобы его хозяек оскорбляли. Задрав хвост, он с большим достоинством пересек комнату и вышел вон, как бы желая дать понять, что он ни в чьей помощи не нуждается и просит всяких соседок оставить его в покое. «Вот видите, — сказали Катя с Манечкой, — никого мы не мучаем». И соседка ушла? Ушла. С тех пор Катя и Манечка больше Мышкина не дрессировали. А и в самом деле, чего его дрессировать? Он и так умный. Ну а в цирке котам выступать не обязательно. Дуняша, ты нам такую историю дрессировки рассказал. И веселую, и грустную. А почему грустную? Ну как почему? Ведь Мышкин же не станет артистом. Ну, я думаю, Мышкин особо не расстроился. Зато за время дрессировки он неплохо подкрепился сосисочками. Это да! Ну а теперь, мои хорошие, время уже позднее. Нам всем пора отдыхать. Давайте прощаться с нашими телезрителями. До свидания, друзья! До новых встреч, ребята! Пусть вас оберегает ангел-хранитель. Звезды светятся.